Движение – это жизнь, а жизнь – это движение, говорили еще древнегреческие мудрецы. И были правы. Самый доступный способ физической активности – пешая прогулка. Врачи говорят, человеку ежедневно необходимо делать 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать форму и оставаться здоровыми. Многие новоуренгойцы тоже с этим согласны. На площадке «Виадук» состоялась городская зарядка, посвященная Всемирному дню ходьбы. Продолжение темы далее. Еще пяточка! Северянам любая погода нипочем. Несмотря на порывистый ветер и небо, затянутое тучами, новоуренгойцы дружно вышли на площадку «Виадук», чтобы принять участие в городской фитнес-зарядке. Тем более, что посвящена она Всемирному дню ходьбы. Он приурочен к здоровому образу жизни, к активной активности горожан. Принять участие может каждый, кто за здоровый образ жизни, кто занимается спортом. И будет разминка. И да, люди будут ходить, ну, идти по кругу, просто зависит от того, кто как физически подготовлен, кто сколько может пройти. Здесь не важно, сколько километров ты пройдешь, главное показать, что ты активный. Зарядку для горожан проводят профессиональные тренеры. Специально подобранная программа состоит из несложных спортивных упражнений. Все для того, чтобы с ними могли справиться и взрослые, и дети. После такой разминки все желающие без труда прошли дистанцию общей протяженностью 2 километра. Большинство с этой задачей справились успешно. Сегодня чудесный день, несмотря на пасмурность. Но мы же понимаем, что утром, если ты одеваешься в хорошее настроение и идешь, и создается настроение не только вокруг, но и везде и всюду. Мне понравилось абсолютно все. И зарядка, и командный настрой. Главное, какая у меня команда за спиной стоит. Про гимназия! Я очень рада, что пришли коллеги, дети. Чуть-чуть с погодой не повезло, но это не так страшно, потому что мы живем на севере, и надо одеваться всегда по погоде. А движение – это жизнь. И я всегда рада, что мы двигаемся, и что мы на свежем воздухе. Рада, что у нас такой есть виадук, где можно круги, как говорится, считать, мерить и сдавать нормативы ГТО и ходьбу. Каждый, кто преодолел 2-километровый путь, получил в подарок диплом участника, сувенир и заряд бодрости. Ведь ходьба – самое доступное упражнение и отличное средство для оздоровления всего организма. Мария Бохо, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».